Ребята, привет, новый обзор. Только что зашли в магазинчик «Магнит», там арбузика купили. И увидел хлебный дар, водка кукурузная, без лютена, все дела. В общем, и, соответственно, под кукурузную водку что может быть лучше овощного рагу, да? Я так понимаю, так называется. Ну, так как овощной рагу, томатный сок, решили тут это иваси взять, консервочку так. В общем, давайте к обзору, поехали. Встречает нас дозатор террасекатель а-ля начала 2000-х. Такая вот была, я помню, раньше на 5 озер и на всем таком. Ну, в общем, пробка такая. Кстати, в турецких отелях, ребят, были в Турции недавно, до сих пор такие вот пробки остались, ну, в их не турецкой водке. Так, первое без закуски, а потом будем читать производителя, как, чего. Кто производит, еще стоит, ну, что кукурузное написано, типа... премиум, без все дела, там, крафтовая, ух, все дела, в общем, как-то так. Ароматика, кстати, по аромату не прямо как водка настоящая, как будто бы более мягкий аромат, ребят, даже спиртозности нет от слова совсем. Как по ощущениям, сейчас проверим. Что-то чувствуется. Ну, вот реально, ребят, не водка такая пшеничная, знаете, зерновая, не в своем понимании. Скорее всего, может быть, действительно из кукурузы. Давайте почитаем. Ну, чуть-чуть такая, обжигающая чуть-чуть. Состав вода питьевая испанная, спирт этиловый, люкс из пищевого сырья, настой спиртованный, зерен кукурузы. То есть, зерна взяли, кинули в спирт, настояли и залили. То есть... вывод, ребят, это обманка. В чем обманка? Обманка, что это не кукурузная водка, ребята. Это водка обычная, спирта люкс. И сделали настой кукурузы. Вот поэтому про ее цену я скажу, ребят. 289 рублей со скидки. Поэтому это не чисто кукурузная водка в ее понимании. Соответственно, если увидите кукурузную водку, не ведитесь. Да, тут сделали настой кукурузы, добавили, но это не спирт из кукурузы сделан, от слова совсем. В общем, едем дальше. Кто у нас производитель? Великий Устюг. А не та ли водка Никита из Великого Устюга? Вот посмотрите, обзорчик у меня есть из Таиланда, водка Никита, вот не помню. Посмотрите, пожалуйста, ребят. Ну, что-то из Великого Устюга я уже пил. Так, завод такой у них там есть. Хлебный дар, крафт, это водка, крафтовая серия, корм кукуруза, все это понятно, без лютена. Новая водка от Хлебный дар, созданная из кукурузного спирта специальным крафтовым методом. И в нашей мастерской, ребят, может быть, я ошибаюсь, потому что я знаю, что спирт альфа, это точно сделан, должен быть из зерна. А вот, может быть, спирт люкс допускает делать его из кукурузы? Поправьте меня, ребят. Может быть, хотя ГОСТ стоит от 2013 года. То есть, значит, люкс от 2013, может быть, поправьте. Я в технологические процессы не лезу, но если... Опять же, это может быть реклама. Но хотя как реклама? Написано, что из кукурузного спирта. Может быть, ребят, я ошибаюсь. Может быть, действительно, это кукурузный спирт. Ну, тогда, значит, классно. Ребят, кто пил, напишите, не знаю. Я прочитал в составе спирт люкс. Если это спирт кукурузный, зачем тогда товарища пирата надо не забывать, а то она, смотрю, уже на меня смотрит, а мне говорит, типа, думает. Смотрите, как, ребята, с холодильничка достал, она такая наливается хорошо. Проверим. Интересно слово товарища пирата, потому что странно, если из кукурузы сделан спирт, зачем добавлять настой кукурузных зерен? Для улучшения вкуса, может быть. Может быть. Ребят, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Вам мелочь неприятна. И лайкосы, и комменты. И напишите, кто пил эту водочку. Поехали. Запаха практически нет. Запаха вообще нет. И вкус какой-то не прямо как водка обычная, а как будто бы как особая какая-то. Не как прям обычная водка, какая-то чуть-чуть. Может, реально кукурузный спирт? Может быть, ребят. Ну, не противная. Не, она не противная. Она обжигающая, она не мягкая-мягкая, но она не противная вообще. Ну, в принципе, 289 рублей, ребят, что мы хотим? Голове назревает бальчик у меня уже. Ну, так как, чтобы бальчик быть объективным, надо... закусить еще, а то я соком томатным запил. Сок не хочешь томатного запить?
Проверим, что у нас это такое. Овощное рагу, ребят. Кто-то пробует первый раз. А ничего. Единственное, тут вот эти вот, спросим товарища пирата, она же... Это семечки из кабачка. По совместительству. А их можно есть? Не в том, что они должны там быть. Ребят, ну что-то вкусненькое. Могу сказать, тут кабачок с огородика, баклажанчики покупные из ленты, кетчуп Хайнц, помидорки чуть-чуть, по-моему. И болгарский перец тоже с огорода. Ребят, так вкусно. Серьезно. Я не вегетарианец от слова совсем. Гляньте на меня, ребят. Под кукурузную водочку. Хотя рыбочка присутствует. Сейчас я ее тоже... Кстати, за эти деньги нормальная водка, ребята. Мне прямо интересно. Интересно прямо. Между первой для товарища оператора и второй промежуток небольшой. Для меня очередная. Поехали. С очком запей, там это будет хорошо. Ну, первое это без закуски. Для тебя, да. Теперь с очком заходит на мой. Ребят. Вы знаете, какая-то сладость. Вот я сейчас поймал сладость, потому что, насколько мы знаем, да, кукуруза более сладчавая, чем просто пшеница, там, зерновой какой-то спирт. Интересная водка, реально, ребят. Я опять же схожу из того, ребят, вкусно, сколько она стоит, а именно до 300 рублей. Это получается эконом-сегмент, скажу я вам. Топчик. Ребят. Азбука моря. И Васи вообще обалденная. Она, знаете, вот как бывает, прямо не сырая бывает, а прямо она прямо чувствуется до того уже там. Не знаю, в общем, вкусно, ребят. Прямо еще одну эту. Прям вообще. Тот случай, когда она сварена, и прямо каждой косточки, они мягенькие, их можно есть с косточкой, ребят. Рекомендацион. Вот такая вот баночка. Вы видите, магните, или где-нибудь еще. Косенька. Со скидосом 79 рублей, если что. Не реклама. Сугубо личные ощущения. Товарищу пирату сейчас бы не помешало. Ну, она не может это в кадре, к сожалению, максимум сок. Поэтому я не буду этот ролик затягивать. Дабы избежать духа, у меня фильмик победит, а вы будете смотреть, ребят. Заключительную, определяющую, не к баллам, ребят. Баллы будут от меня и от товарища оператора. Ну, оценочка у меня назрела, в принципе. Как-то так. Ну, вот сзади, кто не видел, вот такая вот наклеечка. Вот тут сзади. Вот здесь, смотрите, прям хлебный, да, вот тут. Ну, в принципе, ничего, смотрится. Ну, такое ощущение вначале, как будто бы криво кто-то этикетку бах вот сюда, вот знаете, так сделал. Потом присматриваешь, типа, так должно быть. И даже чуть наверх кривовато прикрепили ее. Ну, это технологическое производство по линии, когда бутылочка шла. Я все больше и больше начинаю любить кукурузные водки. На самом деле, это вторая в моей жизни. Но первая Никита, ну, то бишь Никита, я так понимаю, Хрущеву она посвящена, потому что он возгласил кукурузу там в свои годы правления в Советском Союзе, типа, продуктом номер один. Может быть, если это этот же производитель, ребят, повторюсь, ролик у меня на канале есть, водка Никита, обзор с острова Пхукет, посмотрите. Или с Таиланда, будет интересно. В общем, заключительную. И к бальчикам. Сейчас я чисто с очком запью, ребят, потому что когда закусываю, прожевываю что-то, чтобы именно выпить и вам сказать свою оценочку. Послушать оценочку оператора. Сочет. Ну что, слушаем начали товарища оператора. 7. Представляете, ребята, она угадала. Я тоже 7 думаю. Вот реально, 7 баллов это хорошист. Увидите на полке, если 7 и выше, можно брать. То есть за эти деньги рекомендацион 289 рубликов вообще огонь. То есть
спокойно можете пить, причем идет, причем знаешь, что Великий Устюг, производитель, не помню, что-то пил, то ли настойку, то ли еще какую-то водку, довольно неплохой. Соответственно, ребят, 7 баллов применению рекомендуется. Брать или не брать, решать вам, но, говорю, ценник эконом-сегмент. Хотя тут премиум написано, у нас все так делают крафт и так далее. Какой крафт и премиум может быть за 289 рублей? Хотя со скидкой, может, без скидки она дороже. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. Увидимся в новых видосах. И как обычно, до скорой встречи. Пока-пока. Пока.